Вітаю в ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хемій. Говоримо сьогодні про транспортну стратегію міста Одеси, про транспортні проблеми, здобутки в цій галузі. Ради вітати в нашій студії транспортного експерта, освічену людину Сергій Черневаленко. Доброго дня. Отже, останні новини, говоримо про них, аналізуємо, якісь припущення робимо. Останнє, що я прочитав, місто Одеса проведе таке транспортне моделювання, буде опитування, ну не тільки опитування, і з'ясують експерти, фахівці, куди потрібно транспортні там потоки організувати, як це буде взагалі працювати, як це взагалі буде відбуватися. Тому що, наскільки ми розуміємо, лише відбувається тендер на виявлення компанії, яка це буде організовувати. Як це буде? Абсолютно так. На даний момент об'явлен тендер. В принципе, по этому, в условиях этого тендера фактически уже есть техническое задание на те виды работ, которые необходимо сделать. Вот. И в первую очередь это будет составляться, скажем так, основа основ будущего, будущей дальнейшей транспортной стратегии города. В первую очередь для того, чтобы вот нам составить какую-то стратегию, да, какой-то документ, что нам необходимо делать, нам нужно понимать, а куда, собственно, ездят люди? Вот, когда вот буквально сегодня разгорелся в интернете горячий спор по поводу, а вот же у нас в 2017-2018 году Мировой банк прислал сюда экспертов из Британии, они тут изучали, а почему мы, типа, этого разве недостаточно? На самом деле нет. То, что в 2017-2018 годах изучали эксперты, они изучали существующее положение вещей, что у нас есть на самом деле в Одессе и какие есть с их стороны рекомендации по небольшому изменению. То есть, грубо говоря, у нас они не предлагали никаких новых маршрутов, они не исследовали пассажиропотоки людей. То есть там были небольшие исследования пассажиропотоков, но больше было исследование количества транспорта, который ездит по улицам города. Да, например, вот благодаря этому исследованию мы, например, знаем, что самое большое количество общественного транспорта в городе Одессе проезжает по проспекту Шевченко. На удивление, да? Вот ежечасно у нас больше всего ездит по проспекту Шевченко. Вот. И то, что они тогда сделали, они вообще не интересовались о том, что вообще на самом деле людям в Одессе надо. То есть то исследование, тот алгоритм и то техническое задание, которое сейчас есть, это в первую очередь будет изучаться, а куда, собственно, людям надо ездить. Исходя из того, куда людям надо ездить, нам необходимо реорганизовывать и транспортную сеть, и маршрутную сеть городскую. Потому что если людям не нужно ездить с Архитекторской на Паустовского, вам не надо иметь туда 25 маршрутов, которые сейчас там работают на этом маршруте. Вам достаточно будет одного. Вполне возможно, который удовлетворит полностью спрос этих людей. Вот. Поэтому в том числе и это, вот эта задача нам нужно понимать. А собственно, а что люди хотят? Припустимо, робота буде виконана. Ну, я не впевнений, що вона буде виконана швидко, тому що ми зараз на такій нульовій стадії. Будуть розроблені деякі рекомендації. Але між рекомендаціями і тим, що там потрібно виконувати, це дві великі різниці. Рекомендації можна сказати, ну дякую за рекомендації, але у нас немає можливостей, припустимо, відправити більше автобусів до селища Котовського, тому що ну ми за цифрами зрозуміло, знов таки припущення, що більше людей їздять за маршрутом там селища Котовського центр, чи залізничний вокзал, чи Пересіпський міст. Так, дякую за роботу, але ну, немає можливостей, ми ніяк не будемо реагувати. Ну, такий можливий сценарій. Абсолютно вірно. Но, ну, от, до примеру, да, вот то исследование, которое мы говорим, 17-18 год, там было несколько рекомендаций, в том числе из того, что мы как бы на слуху, это избавление от дублирующих автобусных маршрутов, которые дублируют горэлектротранс, трамваи, троллейбусы. По факту за это время у нас произошло изменение только по одному маршруту. Девятый. У нас абсолютно верно. У нас исчезло 9-й маршрут автобусов. И 210-я маршрутка тоже не бачу ее. Ну да, официально она на бумаге есть, но вот девятки уже нету. Это была первая. Вторая рекомендация, которую они тогда еще сказали, и которую мы до сих пор не используем, хотя общественники, в том числе и я, мы постоянно об этом говорим, что это нужно делать. Это выделение трамваев
отделять их от потока автомобилей. В частности, речь идет о Преображенской и речь идет о Пантелеймоновской. Причем в отчете Мирового банка это было, ну вот, вот огнем горело, вот таким красным цветом, как эти кубики. То есть четко было это видно, что там из-за вот этих вот двух улиц у нас большие проблемы с общественным транспортом. Поэтому те рекомендации не, как бы были даны, прошло там 3 года, никто ничего не сделал. А здесь немножко ситуация будет, она немножко будет отличаться. Здесь не будет такого быстрого решения, не будет быстрых решений, таких как вот тогда рекомендация Мирового банка была. Почему? Потому что сейчас будет формироваться виртуальная, скажем так, математическая модель спроса и предложения в транспортный попыт, так называемый, который необходим одесситам и гостям города. Да? То есть мы должны сформировать математическую модель, виртуальную модель транспортных корреспонденций в городе Одессе. То есть что такое транспортные корреспонденции? Есть такое понятие матрица корреспонденции. Это кто, когда, откуда и куда ездит. То есть это будет откуда, куда и в зависимости от дня недели, времени суток, времени года там и так далее. То есть нам нужно понимать достаточно такой сложный, конструктивный модель, вот эту необходимо создать. И тогда, исходя из этой модели, да, дальше мы начинаем, то есть у нас уже есть понимание, что вот эта модель вот выглядит, должна выглядеть вот так, откуда, куда едут люди. Да? Теперь мы хотим, чтобы эти люди беспрепятственно передвигались, например, на своих автомобилях. Нам необходимо спроектировать дороги. И если мы говорим просто о дорогах, то просто по прямой дороге они проедут все. Но у нас есть перекрестки, у нас есть кольцевые перекрестки большие, и нам необходимо смоделировать, что будет, если мы, например, там, поменяем, вот когда 10 апреля у нас главное сейчас проспект Шевченко-Генуэзка, а что будет, если мы сделаем, например, Академическую в сторону Французского бульвара и Черняховского главным? А что будет, если мы там поставим светофор? Этого никто не может ответить. Все, что я слышу, это гадание на кофейной гуще. И те предложения, которые сейчас звучат, а давайте вернем обратно 10 апреля площадь Кольцо, а для Черняховского ничего не поменяется. Вот когда у нас будут вот эти вот данные, кто откуда куда, мы можем с большой вероятностью моделировать поведение вот транспортных узлов, так называемых, перекрестков по факту, в зависимости от того, откуда, куда необходимо ездить людям, в зависимости от времени суток. То есть это на самом деле, вот когда мы эту модель городскую в электронном виде создадим, тогда нам будет легче принимать какие-либо решения по ее модернизации. То есть по модернизации маршрутной сети, по модернизации транспортной сети. Да? Ну, мы все помним примеры. А давайте сделаем педагогическую односторонней. А что это даст? А никто не смог ответить. Ну, вот попробовали, ну, вроде как неплохо получается. А в чем это выражается неплохо? В нашей вероятностной оценке, на самом деле, это все нужно просчитывать. Нужно просчитывать прохождение автомобилем из точки А в точку Б. Как ему было удобнее? Ему было удобнее по двум параллельным улицам, которые двигались в одинаковых направлениях. Либо ему вот сейчас стало удобнее, либо ему вообще удобнее через Посмитного Генуэзку. А кто это может сказать? Никто не может сказать. Это, ну, грубо говоря, как передача «Орел и Решка». Подкинули, ну, «Орел», значит, «Орел», «Решка», значит, «Решка». Продовжуючи тему гіпотетичних рекомендацій, припустимо, що, ну ось я повторю свою гіпотезу, що є потоки пасажирів та людей, які щоденно використовують, ну, таку лінію, там, центр міста чи залізничний вокзал в селищі Котовського. Ну, ми це бачимо по заповнених там маршрутках, трамваях в пікові години. Так, це є. І ось така рекомендація кладеться на стіл там комісії, департаменту транспорту, іншим важливим структурам. І така відповідь: а у нас ще є і сотий маршрут, і 120-й, там, на бумазі є, а реально немає. Я коли читаю там новини, що там такі маршрути там змінюють там свій рух, а там половини таких маршрутів немає, вони не їздять. Як це взагалі відбувається? Ну, ви знаєте, этот вопрос, вот, я ж говорю, що вот эта вот модель понимания, откуда, хто, когда і куди їде, і нужно людям їздити, вот этот вопрос в том числе будет лежать в основе реорганизации, в том числе маршрутной сети. Да? Ну, вот пример, который у нас привел недавно вот город. Да? Город там собрался закупать 6 электробусов. Отлично. Я считаю, что это прекрасно, хорошая идея. Но город говорит, а мы их пустим
Вот от моста по Балковской через Пересыпские мосты. А кому это надо? Навищицы. Вот я задаю вопрос, а кто это так решил? А мы, говорит, постояли на остановочках и посчитали, вот сколько людей в маршрутках мимо проезжает. А людям надо там ездить? Может, люди не хотят там ездить? Может, они вынуждены там ездить, потому что у нас вот такая вот маршрутная сеть. А ее нужно сделать не буквой Г, а буквой З. Кто это знает? Никто не знает. Это все, вот то, что сейчас происходит, это по факту это гадание на кофейной гуще. А та вакханалия с автобусными маршрутами, которая в Одессе есть, она, ну извините, она складывалась там больше 20 лет. 25 лет, как это происходило? Не происходило, мы исследуем необходимость в транспортных сообщениях людей, и под это транспортное сообщение понимаем, что нам необходимо, нам не хватает, и вот нам на этом маршруте нужно открывать новый маршрут. Это же не так происходило. На самом деле, фактически по документам, да, это именно так происходило. А на самом деле пришел перевозчик и говорит, у меня там интересный маршрут появился, а давайте-ка я там автобусы пущу. Ну, говорит, принеси нам документы, сделай попыт. Он пошел, сделал попыт, принесли, все, подложили документы, все есть, открыли маршрут. А кому оно надо было? А никому не надо было. Вот кроме как перевозчику, который на этом маршруте у нас он зарабатывал один человек, одно предприятие, появился конкурент, люди ушли к этому конкуренту, появилось другое предприятие. Людей-то больше не стало ездить. Щодо питання, там треба чи не треба, ми розуміємо, що є такі маршрути, є такі напрямки, вони завжди актуальні. Ну, наприклад, там напрям там 242-232. І півтора роки тому я завжди згадую цей приклад, і я не буду зупинятися, нехай мене вибачать наші глядачі. Півтори роки тому одночасно і міський голова, і народний депутат презентували великі автобуси крупної компанії. Я не говорю, що це монопольна компанія, але компанія відома і за межами Одещини, що ось там більше 10 великих автобусів там марки МАН. Вони будуть курсувати на такому-то маршруті. Почалась пандемія, автобуси зникли. Хтось їх бачив на комерційних таких напрямках. Чому не було продовження цієї історії? І не буде. На самом деле эти автобусы приносили ежедневных чистых убытках по деньгам 1000 гривен минуса. То есть водитель ехал, возил пассажиров, все, вечером приезжал, на следующий день, чтобы автобус выехал на маршрут, ему нужно было добавить предприятие, должно было добавить 1000 гривен. То краще в Рив'єру возити людей. Там, да, им там платят живые деньги. Им Рив'єра... Смотрите, на самом деле Рив'єра, все торговые центры, которые вот осуществляют к себе бесплатные вот такие вот маршруты, они на самом деле уже работают по принципу, по которому и должен работать и жить город. Это принцип заказа транспортной услуги. На самом деле подойдите к водителю автобуса, который везет людей в Рив'єру в ту же, да, и задайте вопрос, сколько ты человек перевозишь? А тебя интересует, сколько ты человек везет? Он ответит, нет, ему все равно. Его задача качественно, по расписанию, в срок, безопасно людей перевести из точки А в точку Б. Чи там 5, чи 50. Ему абсолютно все равно. Он получает деньги за работу. И вот это то, о чем мы говорим. И это, в принципе, то, о чем зарегистрировано в Верховной Раде два законопроекта. Один Кабмин зарегистрировал. Второй законопроект зарегистрировали народные депутаты, в том числе два одесских нардепа. Вот. И, в принципе, это хороший законопроект. Скажу больше, если этот законопроект введут, примет Верховная Рада, он набудет чинности, то, в принципе, там через 3 месяца, через полгода некоторые города в Украине уже могут по этому принципу работать. Но не Одесса. Все, я вас зрозумів, але це виглядало як в підсумку такий обман населення. Тому що два чоловіка, так серйозних, дорослих, пообіцяли, презентували, прорекламували це своїми обличчями, своїм там статусом, реноме, і це було не досить чесно. Ну, в підсумку так виглядало. Я, чесно говоря, взагалі не розумію, там заплатили якби комерсанти за частна компанія, купила за свої гроші автобуси. За свои деньги, но не взяла там кредит у города, не повесила кредит на город, да, они за свои деньги купили автобусы. Хотели эксплуатировать их на автобусных маршрутах, но при этой ставке и при этом, скажем так, принципе работы общественного транспорта в Одессе, а у нас в принципе он неправильный подход к организации общественного транспорта в Одессе.
Ну, они не должны были запускать. Я вообще не понимаю, зачем для одесских маршрутов они их купили. Одеса таке розташування, місце розташування, що є можливості використовувати ну, інші засоби пересування. Я періодично піднімаю тему, дві такі теми. Це відродження морського сполучення в межах міста. Не прогулянки ради, да, заради, а щоб якийсь практичний сенс це мало. Голова транспортної комісії сказав, що це взагалі не має ніякого сенсу, тому що потрібно ще дістатися до там, причалу чи Лузановки, там, чи інших місць, і це там багато кілометрів. Але якщо зробити, наприклад, там, в тій ж там, Лузановка, там, Моровокзал, якісь невеличкі транспортні хаби, то можливо якось там вирішити цю ситуацію. Ну, чи море не використовувати взагалі ніяк пасажирських перевезень? Ну, смотрите, для того, щоб це все зробити, вопрос упирається в кілька речей. В першу чергу в гроші. Зрозуміло. Во-первых, хто буде інвестувати цей проект? Купити катера? Ну, не вопрос, я думаю, частники готові купити. Дальше начнется подсчет, а сколько, собственно, платить нужно за этот проезд. Я очень сильно сомневаюсь, что проезд будет там, стоить меньше 50 гривен с одного человека. Если вот как у нас желтые ездят по городу, по морю, прогулочные, вот там люди как селедки в банке сидят в таком количестве, я думаю, что это примерно будет гривен 50. Это первое. Второй момент, в чем я соглашусь полностью с руководством транспортной комиссии, а собственно, а как люди до этих катеров будут добираться? А ті, ну я не спеціаліст, але я маю теж там, свою думку, ті маршрутки, да, які там перевозять, условно кажучи, від Паустовського до Архітекторській, вони будуть на меншу відстань там. Окей, согласен. Чоловік приїхав з Паустовського в Лузановку. Тобто в Лузановці нам потрібно зараз убрати пляж. Частично, причем не маленький кусок, метров 200 пляжа нам нужно будет убрать. И на месте этих 200 метров нам необходимо сделать пристань. Там дно, углубление и все остальные работы. Это лишь колись там было? Лишь колись там был причал? Для морских катерів. Да, был причал. В Лузановке я не помню. Вот за Лузановку врать не буду, Лузановку не помню. Если там центральную часть города я помню, Лузановку я не знаю. Это дноуглубительные работы, это необходимо делать ну, гидротехнические сооружения. Гидротехнические сооружения – это очень дорогое удовольствие. И я вам скажу честно, ну, город не будет вкладывать в них деньги. Ну, экономически. Я смеюсь, на рік не два, але... Это первое. Второе, большой кусок того парка Лузановского, который у нас сейчас есть, нам придется делать под, как минимум, разворотное кольцо для автобусов и, соответственно, прокладывать новую дорогу через всю Лузановку, к причалу, к морю. Да, как, ну, как это во всем. Да? Зачем далеко ходить? У нас есть рядышком город Стамбул. Там, где прекрасно, это все работает. Но там и расстояния другие. Там для того, чтобы человек проехал там, с Кадыкёя в Каракёй, да, там, где прямой идет 15 или 20 минут едет катер, да, ему на самом деле на машине нужно потратить больше часа. Вот. Но он может подъехать на своем автомобиле, припарковать на парковке, на паркинге, оставить машину рядышком с портом. Он приедет через дорогу, у него оттуда отличное транспортное сообщение, не только маршрутками, не только автобусами, там есть и метро, там есть и трамвай, там достаточно развито это все. Может быть, у нас это тоже можно будет сделать, но я не вижу как бы перспектив как минимум лет на 7-10. Ну, можливо так, але ми розуміємо, що в Туреччині ця інфраструктура, вона така зросла не за рік, там, не за два, але потрібно все ж таки працювати також в цьому напрямку. Тому що я пам'ятаю, там, 9-8 годин ранку, скільки людей стоїть на зупинці там, в районі Лузановки, намагаються виїхати в місто. Не завжди там трамвай допомагає, так, якщо там це великий трамвай, ну, можливо, є варіанти. А взагалі там, маршрутне сполучення там, нашими еталонами і Богданами, воно бажає краще, залишається бажати кращого. Другий момент – перспективи міської електрички. Теж я підіймав це питання, але це я підіймав в форматі форс-мажору. Чи є сенс взагалі використовувати цей напрям? Одеса Східна, Одеса Головна, не тільки там, коли там дощ і затопила пересип і все не функціонує.
Ну, вы знаете, я вот в своем детстве помню, да, у нас родители, друзья жили на поселке Котовское, мы рано утречком ездили на рыбалку. Мы с папой утречком вставали. Я подъезжаю, помню, что мы были на машине, а они ехали, им надо было ехать с поселка Котовского. И вот мы их на Столбовой, на остановке электрички, мы их утречком подбирали там. Это было, это работало. А насчет того, как это восстановить, ну, городские власти могли бы начать переговоры с Укрзалезницей. Но я не знаю, чем эти переговоры будут заканчиваться. Відверто той розклад, який зараз є, який там нам пропонує дістатися мешканцям селища Котовського до Одеси, ну він не зовсім добрий. Там три електрички вранці, дуже рано, потім ще три, вони між 8-ю годиною та 17-ю, лише три, і там одна десь в пів на 11-ю вечора. Ну, ви знаєте, розписання Укрзалізниці останніх там літ 7-8, которую вот я имею счастье наблюдать, для меня вообще большая загадка становится. Там даже не только в электричке, а расписание движения междугородних поездов. Так, это болючая тема. И вот этот вот транспортный коллапс, который происходит регулярно в районе ЖД вокзала из-за припаркованных автомобилей в кривь и в кось. Ну, это, реально эту проблему необходимо решать не только Укрзалізниці, но и городским властям совместно. Ні, я розумію, що там морський там, транспорт взагалі, там, я там щось там помрів там, собі, це там такі величезний обсяг робіт, але перемовини там, між міською владою, приміським сполученням Укрзалізниці, ну, значно полегшило б долю мешканців багатостраждального селища Котовського. Ви вже бачите, що я дуже часто згадую про це, але це за старими підрахунками 300 тисяч населення, і це населення, воно завжди страждає. Ну, я так зрозумів, там ремонт, там воду ще не відкачали, там ще щось. Знов пробки. Але ось альтернатива була б, ну, така комфортна, я все ж таки, більш-менш комфортна. Ну, це моя думка. Ні, я однозначно согласен, що електричка на самом деле помогла б городу от, в частичному розрішенні транспортної проблеми іменно поселка Котовського. Сергій, дякую за розмову. Ми ще будемо повертатися до взагалі транспортної такої стратегії міста. Вона не зупиняється, допрацьовують, є пропозиції, є зауваження. У мене вони завжди є, але це добре, що є діалог. Ми зустрічалися останній раз, коли ось і мали підняти до 10 гривень ціну на проїзд у маршрутці. Я так розумію, що в осінь ми війдемо зі старою ціною. Ну, скажем так, тогда, когда мы встречались, это не было не вот-вот, а это было только начало процесса. Ага, да, я думаю, что, может быть, в осень мы уже зайдем в 10 гривен, но не факт. Ну, будемо чекати нови. Успіхів вам, вашим колегам і взагалі всій транспортній галузі, щоб багато працювати. Впевнений, що вже, ну, принаймні, щоб в 22-му році якісь будуть такі істотні зміни і для водіїв, і для пасажирів насамперед. Дякую, Сергій. Спасибо. Залишайтеся на репортері. З вами був Віталій Хемій. До наступних зустрічей в ефірі.